просто хотел поздороваться с Еленой Александровной Савинич. Это я ее дочкой зову, она же имеет множество уже фактически достижений своих. Кстати, поздравьте ее, первый урожай. Вот. Вот он, видите, это мы вместе пахали. Вот. И получилось вот это. Я вас поздравляю, Елена Александровна, и всех поздравляю. На наших глазах родится будущий Мичурин уже настоящий, без кавычек. Меня считают, называют Мичурином, но как бы в кавычках. А это будет уже чистый Мичурин, ну, может, номер два. Так вот, я написал, России нужен ведущий федерального канала. Почему я это написал? Ну, это она фотографии делала. Красота, да? Вот, видите? Вот. И я не мог устоять, как не вот эту даму, поздравить. Знаете, кто это? Вот. Я ее знаком заочно за счет Елены Александровны Савиничной. Она говорит, эта дама знает же, да. Вот. И мне в таких случаях тепло на душе было. Почему? Вот она передает привет. На данный момент, это было пару дней назад, моего научного руководителя Матвееву Римму Никитичу награждает в Общественной палате Российской Федерации в Москве почетным титулом «Золотые имена высшей школы». Аплодирую. Вот она. Вот. Это не просто профессор. Это научный руководитель Елена Александровна Савинич. Вы чувствуете, какой редкий случай, когда это самый мостик между наукой и практикой. Вот. Ну, дальше я уже начал перестраиваться. Я нашел эту фотографию. И написал. Сейчас поймете, к чему я клоню. Почему меня больше не показывают по ТВ? Дальше. Реклама победила и слово «Б». Вот. Вот поэтому. Все. Все. Вот. Бася Крылова. Сейчас поймете. Ты виноват, волк говорит ягненку. Моя любимая Бася. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вот. Знаете, как получилось? Вся рухнула, полностью перестроил вебинар по одной простой причине. Вот эту, это самое, открыл, господи, чай не принес. Вот это я открыл, увидел, и у меня началось в голове то самое. Господи, я не знаю, я добрый человек. Вот. Проверенное средство от муравьев. Вот это меня заставило все пересмотреть и перестроить. Посмотрите, вот эта дама, она о муравьях не знает ничего. Она сказала, что муравьи – это злобное существо, которое нужно уничтожить. Все до единого на участке. Вот. Мне повезло больше. Она, ну, знаете, как мы все учились понемногу. Есть у нее диплом или нет, не знаю. Лучше не знаю, того не знаю. Вот. За то, что я знаю. Я знаю современный анекдот. Сейчас поймете, к чему я клоню. Видели, что у меня возенок? А этот современный анекдот звучит так. Значит, в Москве, в переходе метро Пушкинская, вот, состоялась встреча выпускников вузов, купивших дипломы в этом переходе. Вот. А мои знания особые. Итак, 5-й класс украинской сельской школы. Фонари, эти самые, лампы керосиновые на стенах висят, печка в углу топится. Всего 2 ряда парт сельская школа. На одном 1-й класс, на второй ряду 3-й. Потом через год 2-й и 4-й. Кстати, я когда закончил первый класс, я уже знал всю программу 3-го класса. Догадываетесь? А когда я закончил 2-й класс, я уже знал, рядом сидят, и учительница проводит занятия сразу для 1-го, 3-го. Ну, мудро было решено. И я 2-й классник уже знал программу 4-го класса. Вы догоняете, о чем я говорю? А вот о чем. Итак, в учебнике был нарисован червяк, который утаскивал под землю, наполовину утаскивал лист. Вот. И с тех пор и до сих пор я знаю,
что величайшая глупость, тупость, невежество – это брать лопату и, как сейчас до сих пор, на сотнях сайтов, на сотнях этих роликов требуется, еще именно под зиму, чтобы еще и замерзло, уничтожить все, ну, то есть обкопать все полностью. Весь этот, как это называется, преступный круг. Это раз, это я слово. А про Муравьева было написано. Вот. Или сказано. Я запомнил на всю жизнь. Избирательная память. Ничего не помню, это помню. Итак, любой муравейник. Может быть, тогда имелся в виду лесной муравейник. Я не знаю, почему нам, школьникам младших классов, это преподавали, но это факт. И я запомнил эту фразу на всю жизнь. Количество съеденных гусениц, жуков и так далее, за сколько времени не помню, было сказано сотни тысяч. Это я сейчас соображаю, что все эти сотни тысяч, гигантская переработанная масса, кормит деревья. То есть муравейники деревья, симбионты. Это сейчас, но тогда я проще соображал, что муравьи это защитники сада. Так было вбито в мою голову чуть ли не первоклассники, ну не помню, может четвертый класс, в крайнем случае пятый. Вот. Вот это вот. А эта дама, это которая, это самое, состоялась встреча выпускников, купивших дипломы в переходе Пушкинского метро. Понимаете? Иначе нельзя. Посмотрите. Может быть, и обидно я было бы это услышать. 50 тысяч просмотров, 50 тысяч человек знает теперь, что муравьи это... Она еще всего 50, а есть 500 тысяч, миллион людей, которые уже точно знают, что если вот это все не купить, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот, ну, примерно 7 или 8 ядов разных, если это не купить, муравьи сожрут сад. Она не знает ничего, она абсолютный, она даже не ноль, она минус. И вот меня вот это заело, страшно, сейчас поймете почему. Вот, таких ведущих развелось, как собак нерезанных. Она сейчас все это, видите, садовый гид. Вот. Фамилию уже не буду ее читать. Она вверх ногами. Слава Богу, что вверх ногами. Вот этот садовый гид, значит, только ради того, чтобы продать все вот это, что у ее ног. Продать, подчеркиваю. Ей плевать. Вот я иногда так рассуждаю. Ну, извините, я перестроил сознание, но мне деваться некуда. Я сейчас вам буду альтернативу предлагать. Она, представь себе, что она вот это послушала, схватилась за голову, Господи, что же я натворила? Давай-ка уберем, чтобы больше 52 тысяч, 53 тысяч просмотров не было. Или просто еще не было ни одного просмотра. И вдруг ей говорят, вот эту пленку или покажем, и люди начнут покупать вот это, все яды, уничтожать защитников сада. Самых главных, самых ценных в саду – это муравей. Ну, то есть там трудно. Все это цепочка, муравьи эти самые. Потом идут черви и так далее. Это цепочка. Вот. И они будут все целы, если вы откажетесь от показа этого фильма. Вот что надо делать? Ну, ей же за это заплатили, за рекламу. Вот это страшная вещь. Вот. И тогда я сказал себе, ребята, будем мыслить по-другому. Поехали. Итак, перед вами это самый Елена Александрович Савинич. Вот это вот ее попытки рассказать. Почему попытки? Потому что кончилось, ну, ничем. Ну, выступила. Последний, как ее слушали. Да никто и не слушал. Понимаете? Вот. Вот это ее вторая половина деятельности. То есть работа в саду Железова и в начале работа как это самое, как называется, производство практики, а потом уже как сотрудничание. Вот. После вот этих абрикосов, так, возврата уже нет и быть не может. Но их невозможно создать, если ты же муравьев уничтожил. Значит, получается так. Сейчас поймите, к чему я клоню. А вот, и вот это вот я решил создать отдельный фильм, потому что это очень долго читать. 2 года назад она была еще студенткой, правда, студенткой непростой. Вот. Я это пропускаю, долго-долго читать, кто-то может махнуть рукой и опять говорить, что давайте про садоводство. Вот. Сейчас смотрите. Кому надо, потом вернется, прочтет. А почему? Догадайтесь.
Вот. Стране нужны такие люди, потому что в данном случае мы имеем дело с молодой женщиной, выдающимися способностями. Я говорю, не преувеличивай. Кому, как не мне знать. Ну, то, что она затворила за этот короткий период, имея уже одну специальность, одно высшее образование. Представляете? Вот, то, что вы видите, этого не может быть никогда. Ну, так как часть этого была на моих глазах. Вот. Когда у нее были проблемы, то мы даже скидывали деньги на поезд, чтобы она вот сюда съездила, вот сюда, сюда, сюда. Поняли? Было, все было. Вот. Читаете? Удивляетесь? Ну и практика уже лежала так. Сознание перевернулось. Сады в Сибири будут. Сейчас будут или нет, мы сейчас с вами решим вместе. Смотрите. Я когда в нее поверил? У нее еще есть интуиция. Где-то старый снимок. Ну, в каком смысле старый? Не сегодняшний, не вчерашний. Но ведь вот если бы вот на этом дереве был бы штамп, ну, как положено, от 60 до метра. Вот. Наверное, я бы к ней так бы не относился. Это ее интуиция. Вот настоящее дерево-то. Вот оно. И плодоносящее. Это я тут ни при чем. Вот. Итак, она работает в Сибирском государственном университете наук и технологий имени Решетнева. Вот так. Дальше. Вот это ее фотографии. Это она делала селфи, свою руку снимала. Так. Смотрим дальше. А вот у нее есть еще необыкновенная контактность. Вот. Она дружит с Чернобаевым, а у нее уникальный сад. Она дружит с пианистом. Вот. Она дружит с Павлом Троценком, редактором моих книг. Это тоже очень важно. Вот. Она, ну, короче, отдыхать ей некогда. Каждую свободную минуту пишет, пишет. Сейчас поймете, к чему я клоню. Сейчас будут предложения. Находит. Это она нашла в Красном хуторе. 20 лет назад мой саженец был посадок одной из моих знакомых хуторских. Она умудрилась и тут найти его. Вот. И вот что интересно, да? Почему я говорю исключительно? В Красноярске 1000 студентов. Что-то я их не вижу. Получат дипломы, а потом, не дай бог, их это в сад пустят. И все, и прощай, сад. Вот. Единственная студентка на всей, наверное, планете, бывшая студентка, кстати, золотой диплом, и как там, красный диплом, которая умеет владеть биолокационными рамками, и это тоже пригодится. Почему? Вот, а представь себе, что теперь уже она снимает фильмы для какого-то федерального канала. Не вот та, которая у ног, которая 8 или 9 ядохимикатов, а серьезным делом вот она занимается. Ладно. Теперь давайте так, вот с этого момента. Смотрите. Кроме того, что у нее есть прекрасный руководитель, вот, скоро защитит, надеюсь, защитит, есть чем хвастаться, надеюсь, защитит этот самый кандидатский минимум, или как он там называется, станет кандидатом наук, когда-то станет доктором, когда-то станет карьеру, наверное, сделает. Но дело в том, что этот путь, три называю пути, этот первый путь, он никуда не приведет. То есть в России все как было, так есть. Но иногда в России появлялись люди особые. Да? Вспоминаем. Можайского. Вот нет, ничего, и вдруг раз полетел. Вспоминаем Ползунова. Раз и поехала. Вспоминаем Попова. Раз и зазвучало в эфире. Вспоминаем Мичурина. Вспоминаем этих самых Ломоносова. Из ничего люди возникали. Сейчас перед нами такой человек. Я предлагаю, я знаю, что я говорю пустоту. Я знаю, что даже вы, друзья, просмотров будет не больше полутысячи. Так, а, допустим, разослать, чтобы каждый троим разослал, вот уже 1500 просмотров, а те, в свою очередь, еще троим, уже получается 5000, и где-то, чтобы оно дошло до властей. Почему? Олигархов у нас нет, раз. Этих,
власть имущих нет. Вот. Почему? Есть еще два пути. Только не смейтесь. Первый путь стандартный. Это значит, что через 10 лет садоводство ничего не изменится в стране. А мы имеем дело чуть ли не с новым Ломоносовым. По своим данным этим. Как-то мы говорили артиллеристы. По своим тактико-техническим данным. Это я так полушутя, но чтобы не было грустно. И вот, чтобы не было грустно, не смейтесь. Второй путь. Грант 50 или 100 миллионов. Конечно, лучше бы не купить на эти деньги землю, а она тут же рядом бросила и полно. То есть государство должно взять и сказать, забирай, оформить. Вот. И огромный участок. А и мы треть миллиона косточек, часть из них, а может быть и все, садить густо, как с невер... ну, участок большой, там 10 гектаров, 15 гектаров. Все это полностью засадить, но рассадим, значит, конечно, перепахать в виде исключения. Не ловите меня за это место. В виде исключения. Высаживается все это, причем без разбора, от манжурцев до академиков, косточек. Вот. И вся задача сохранить, обеспечить охрану. Дальше, помните, ее с этим, которая пишет, это моя шутка, когда она все время журналом. Вот, так. И через несколько лет часть сидят мыши. Ну, попробуйте защитить от мышей 20 гектаров или 10, да? Сотни тысяч растений. Можете защитить? Нет, я тоже не стал. Нет, я бы стал на то и деньги, чтобы купить тонны. Теперь уже отравленного зерна. Не эту химикату с мифическими грибами бороться. Подчеркиваю, мифическими. Вот. Якобы вредоносными, а именно с мышами. Ну, что делать? Война есть война. Вот. Защитили. И все это растет густо-густо. Что можно делать потом, когда вот... Я специально сделал эту фотографию. Это питомник железа. Вот прикупил 10 соток. Вот они, 10. Мы прикупили. Вот то, что вы видите слева, это сеянцы, они еще не привиты. Видите? А справа вот они привитые. То есть дальше начинается удивительное поле деятельности. Несколько направлений. Вот я чуть... Ой, нет, жалко забегать вперед, боюсь. Вот. И для этого... И вот это все сразу, вот эти 5-10 гектаров, 20, обойдет сразу всю Россию. Ну, я уже сколько проваленно рассказывал? Раз 5 или 8. Мои сеянцы, вот такие вот. Через несколько лет заплодоносили маньчжурские абрикосы, подчеркиваю, из-под маньчжурского абрикоса. Все они оказались крупнее, все они оказались слаще. Вот. Урожай великолепно, и больше никто с ними сравняться не мог, вся Россия, включая другие учреждения. Но он остановился на чем? А мы не будем останавливаться. Я уже говорю так, как будто это сбудется. Но мечтать-то, если я не буду говорить об этом, я просто лопну. Сердце становится. Так что простите меня. Итак, значит, Ваулин присылает, я уже говорю, это касается многих из вас. Почему меня не может услышать 5, 10, 20 из вас, у которых найдется не 50, 100 миллионов, а полмиллиона, миллион. Вот. И которые повторят, допустим, пусть не в сотнях тысяч, а в тысячах. Но уже тут, в Ярославской, в Смоленской, в Липецкой, в это, самой, Челябинской, везде, но уже вот такими, сразу раз гектар. Оно нигде не померзнет, нигде не погибнет. Почему? Ну, технологии вы знаете. И вот, когда он мне прислал 20 тысяч, я ему выслал 1000 косточек. И я тогда понял, что вот вроде бы Ваулин клялся тем, что он не мичурец, он уважает мичурец. Но он использовал вот эту фразу. Валерий Константинович, мне пришлите косточки, а я присылал свои и абакадские. Вот, пришлите косточки с деревьев, которые не были привиты. Понимаете? Вот, они привитые. А я же ему культурные присылал. Культурные. Вот, только единственное ограничение было. Ну, назовем это... В ней была кровь маньчжурцев. То есть мелкие и средние.
И вот то, что он себя ограничил, а если бы я взял косточки с привитого, а там уже, если верить или не верить науке, ну, точнее, не верить, ну, морозостойкость уже в крови у привитого отмажется, привитого, не от мама плюс папа равняется любовь, а именно вот это называется насилие, это не любовь, это когда привили. И вот получилось так, что он взял у себя, поставил в рамки. А мы бы, Селена Александровна, допустим, может не я, а взяла бы еще в компанию сына Сергея моего, вот, потому что ну сколько ему на кране-то сидеть, деньги зарабатывать. Вот. И получилось бы, что никакого ограничения, так, место подбирается, или это средняя полоса России, может быть, Южный Урал, абрикосы любят, горы, холмы, или это юг Хакасии. Вот. Тут уже не важно. И вот получилось бы вот эти 10, 15, 20 гектаров необыкновенный сад. И вот этому, а почему? Он, после этого все и пошло. Вот, так как я занимаюсь, вот я уже показывал, еще покажу не раз. Я уже отругал человек 10, вы знаете об этом, я же рассказываю. Ну, у меня ваши абрикосы, у меня там абрикосы с кулак, у меня то, у меня ваши фотографии не шлют. Но это же они не придумывают. И вот тогда я считаю, что это еще один путь. Но, наконец, путь номером, за номером 3. Вот. А, кстати, закончу этот разговор. Мне присылают манчжурские. Вот это, внимание. Казалось бы, ну что особенного? Где он ее взял? 54 грамма манчжурский абрикос. А как этому поверить? Внимание. Следующая фотография. Следующая фотография. Сеянцы абрикоса. Патриарх. Патриарх. Это когда-то она начнет уже и спекулировать этим именем. Именем патриарх. Но пока это чисто мой. Абрикос патриарх. И грамм косточки. Итак, человек вырастил сеянцы. Вы хотите иметь, хотите нет. Вот. Но человек вырастил сеянцы. Сеянцы. Абрикоса патриарх. Вот видите, как оно. Почему? У него культурный папа получился неплохой вариант. Согласны? Вот такие достижения. А лучшие из вас уже, помните, у меня самый крупный абрикос 120, а уже вон, кстати, еще раз покажу их. Вот, еще раз покажу их. Так. Это чтобы, где я застрял. Вот видите, вот они, это есть 120. А уже моих поклонников, сторонников и моих учеников есть уже 130. Вот. И впереди работа по... Впереди работа и с манчжурцами, абсолютно морозостойкость. Пусть уже будет не минус 50. Но если даже за счет того, что это теперь у него супруг гибридный, вы откажетесь от абрикосов 50, 50, 40, 50 грамм, который имеет вкус, предположим, сказал, все сладкие, а у меня-то были из-под чистого манжурца, а это возможно из-под сыновей, вот, с ними можно это работать. И, наконец, работать вот с этими вот уже с прививками. Вот тут начнется, а здесь Сергея Железова равных нет. Здесь равных нет в России по качеству прививок. Вот, лучший мой ученик. Смотрите, что получается. Путь номер 2. И, наконец, первый, сами знаете, можно жизнь прожить. Это я сейчас еще одним познакомлю вас с сюрпризом. А путь номер 3, это будет замена тех ведущих. И я еще скажу несколько слов, чтобы вы поняли, насколько это важно. Итак, несколько раз доходило чуть не до инфаркта. Вот сейчас поймете. Итак, телеканал «Бобер». Он сейчас почему-то переименован в «Ремонт». Вот. Ну, там также, вот сейчас прямо я включал полчаса назад, там показывали, как садят саженцы роз. Ну, то есть, тема осталась та же, но исчезли те люди странные. Там было так, я вынужден сказать, почему нам нужен новый ведущий, почему нужно. Это очень важно. А вдруг кто-то услышит, обосновывая. Итак, телеканал «Бобер».
Тех двух дам вы знаете, я уже по фамилии говорить не буду, показывать не буду. Вот. Ну, это так надо. Все-таки неприятно было бы меня слушать. Как можно со стороны, пусть они себя увидят. Пусть умозрительно. Тут на словах. Итак, подходят, выкапывают большую яму возле взрослого плодового дерева, оголяют корни. Вокруг штамп, и вот эти корни оголяют, и дальше говорят, а время середина июля. Добавляем, то есть начинаем закалку. Заметьте, середина июля. Еще раз, середина июля. Дальше 3 месяца с половиной закалки, я считал до ноября. То есть якобы середина июля корни обнаженные должны закаляться, а потом в ноябре их закопать. Вот. Я, знаете как, у меня был такой случай, я уже читаю, Ильфа и Петрова, тоже застряло в памяти. Там был описан сумасшедший дом. Чувствуете аналогию? Вот все то, что я рассказал о Галиле Корне, чувствуете, чем пахнет? Похоже, не они, они-то кандидаты наук, но они, видимо, дипломы покупали в переходе в метро Пушкинское, скорее всего. Почему? Ну, я, правда, утрирую, ну, поймите правильно, как я могу так не думать? Скорее всего, не так, но такие мысли. Когда у Ильфа и Петрова был такой сюжет в их знаменитом романе. Профессор, не профессор, учитель, нет, учитель, нет, учитель географии повесил карту и начал детям показывать, где материки. Европа, Евразия, материк и Америка. И говорит, вот здесь находятся, они разделены Берингом проливом. Показывает на карту, и вдруг он видит, а Берингового пролива нет. Сплошная перемычка между ними. И он сошел с ума. Потом оказалось, что он единственный настоящий сумасшедший, остальные были эти, локачи. Вот. И вот каждый раз, когда я такое вижу, выкопали 3,5 месяца, а у всех 10 саженцев. А они же смотрят, это же телеканал «Бобер», это федеральный канал, часть первого канала, самого главного в России до сих пор считается. Вот, федеральный канал. Вот, и они должны, у него 10 саженцев, то есть деревья. Он должен все в середине лета выкопать, обнажить корни. Вот комментировать даже трудно, вот, чему это приведет, то все. Вот, что корни должны быть под землей, что при этом опять червей уничтожим, этих самых, всю инфраструктуру уничтожим. В общем, ну, естественно, за одними лопатами покалечим и корни, и все. Вот. И вот на этом сошло с рук. Потом, значит, я думаю, да что же это такое? Когда они прыгали, называется, какой-то однажды человек, видимо, много веков назад, это идет же по традиции, снег утопчем, это значит снегозадержание. А то, что уничтожим теплоизоляцию земли, теплоизоляцию, им в голову не приходит. Ну, заставить людей зимой, ну, может быть, пригодится. Все-таки есть люди полные, вот как я, значит, им надо ходить много, можно потоптаться. Вот. А вред осознать невозможно. Это глупый совет, даже вредный. Ну, все-таки уничтожить снеговой покров ногами тоже плохо. Понимаете, в чем дело? А потом начинаются вроде бы умные вещи. Значит, выгребается вся эта листва из-под дерева, тележку, и увозится в лес. И говорится, там редко насекомые зимой. А потом, мать честная, из этого леса набираются эти самые листья из-под дикоросов, привозится и высыпается это, сюда, в сад под дерево. Вот, естественно, закрывая корневую шейку, которая будет гнить, это само собой. Я смотрю, ну, люди же действительно поедут в лес с тележками, они же у нас настолько, многие же обычно записывают, прямо это ведут эти самые. Уничтожить больное несчастное дерево, видно, оно полностью покрыто мхом, лишайниками, полностью. И при этом взять секатор и с умным видом отрезать, 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 отрезать все ветки, какие, до которых достал рука, начиная с нуля. Опять они такие. И, наконец, вот этот ужас, я почему говорю, что нам, вы же догадались, зачем нам нужно это?
Новое телевидение. Или нет еще? А? Ну, кто еще не догадался? Наконец, эта троица клоунов, я их так называю, они все с ужимками. Я думаю, ну, а может быть, это ужимки, чтобы, мол, серьезно не восприняли. Они, наверное, большого муравейника в садах не нашли. Они нашли в лесу. Очень большой муравейник, такой, знаете, почти по пояс. Вот такое дерево, вот такое в обхвате, вот такое вот. Ему 50 или 100 лет. И они этот муравейник уничтожили с помощью яда. Вот. И тут уже я не выдержал, думаю, ну это все надо менять. Я Путину, это, извините, получается чуть ли не кляуза. Ну, я это беру, снимаю все это в виде фильма, отправляю Путину, когда не помогло. То есть все пускали по инстанциям, там, ничего не сделали, Лукашенко уже, вот, губернатором пытался, никому ничего не надо. Вот. А я вспомнил, у меня же есть пример, он должен быть этот пример, обязательно. Хольцер. Один раз рассказывал, ну, послушайте еще раз, не все же слышали. Вот. Он не уничтожал муравейники, как вот Адама, ради того, чтобы, ради Серебренникова, чтобы купили вот эти ядохимикаты. Она же знает, зачем муравьи-то нужны. Ей надо продать, ей надо рекламу сделать, получить деньги, плевать, что это, сад останется без защиты. Это понятно. Но Хольцер выкапывал, он рассказывал в своей книге. Сам читал. Хольцер. Значит, а кто он, знаете, австрийский волшебник, садовод. Вот. Он, огромный муравейник, как-то умудрялся целиком перетащить на свой участок. Один. Заметьте, не уничтожить, а фей. А на свой участок один, второй, третий, четвертый. Он муравейники к себе затаскивал. Вот чувствуете разницу? Что вы думаете? Приехали его арестовывать и это, составлять протокол и штрафовать. Не смей трогать лесных муравьев, не смей трогать лесные муравейники. Это святое, это в Швейцарии святое. А у нас? Я не говорю про эти вырубленные миллионы гектар леса. Я не говорю про пожары, миллионы сгоревшего леса. Да муравей, ну это тронуть нельзя, муравейник. И вот получилась разница огромная, противоположная. Я подумал, вот где у нас в стране остался там, который принимает решение? Ну, хотя бы один человек, хотя бы один, который сказал бы, позвонил и взял и сказал фас. И чтобы все, а они, им только скажи, но желательно, чтобы это прозвучало где-то по телевидению. Авторитетный человек с погонами большими, со звездами. Знаете, многие эти надзоры, они тоже все в погонах. Всевозможные надзоры. Все в погонах. И чтобы он сказал фас. И чтобы этот телеканал был закрыт. Все начинают это оштрафованы. А вместо этого тишина гробовая. Вот поняли, еще не все сказал. Вот. Еще дальше вот это все продолжается. Дикая, страшная вакханалия в нашей стране. Итак, третий путь. Я предлагаю, я знаю, что останется между нами. Естественно, что это простые люди, они ничего не решают. Так? Вот. Но, тем не менее, это мой долг. Когда я увидел ту даму с кучей этих пакетов с ядами, я просто не выдержал и все свернул. Только успел рассказать про черный абрикос, еще раз про него. Редкость. Возвращаемся теперь к этому. Вот. Редкость необычайная. Так. Можно ли его иметь в саду? Можно. Но, к сожалению моему, вот, для этого нужно, что у меня есть десяток черенков, и это пока все. Косточек нет, этому дереву не повезло, росло прямо на дороге. И ни один из сотен гостей не прошел, не наклонившись и не взяв этот плод. Вот. Но его путь только черенкование и прививка. Почему?
Ну, хотя бы потому, что если вы возьмете, это же учеба, если возьмете с него косточки, ну, вы не верьте никому, потому что я даже знаю, где в стране кто-то скажет, да, у меня есть косточки черного абрикоса, покупайте, проращивайте, у вас будет черный абрикос. Не будет. Это гибрид, он обязательно кого-то отклонится. Вот. И, скорее всего, алычу. Если и будет черный, но это будет алыча уже, без признаков абрикоса. А если все-таки отклонится, что менее вероятно, польза абрикоса, то это будет вкусная вещь, то она будет оранжевая. Короче, пусть косточковый не годится, он годился, когда этот сорт создавали. Вспоминаем, помните, как меня чуть ли не мордой тыкали? А вот все вы там продаете косточки, а одна из тысячи повторит материнское качество. Да плевать там, что одна из тысячи. Если вместо 100-граммовых вот этих вот, помните, я сколько раз об этом говорил. Если вместо 100-граммовых вот этих вот таких, вот, получится, кстати, все-таки, от души поздравляю. Вот. И поздравляю Елену Александровну Савинич с тем, что у нее Матвеева Римма Никитична, этот второй родитель, как бы научный, да? Вот. И поздравляю того, кто эти косточки купит, а они есть, и получится не 120 грамм, пусть 50 грамм. Простит меня Бог и вас простит, но зато это будет уже успех все равно. На том месте, где сколько мне, а у нас ни у кого нет абрикосов. Я таких писем сотни прочитал. Вот. Ну и теперь пойдем, наверное, про учебу. Это была лирика в том числе. А как же? Вот. Вы понимаете, что еще раз, таких людей в стране, ну я знаю только двоих. Из молодежи. Сергей Железов, вот, Елена Савинич. Ну, есть чуть постарше ребята. И я бы, знаете, бы как сделал бы. Я бы, вот, ну, мечтать не вредно, нужен канал новый. Вот эти каналы, они настолько, вот эти каналы, ремонт, вот тот, который сейчас, усадьба называется. Что я на нем увидел? Вспоминаем. Раз, подготовка к осени. Зеленый лист он берет, полностью отрывает все листья, вот так. Готов к осени. Десятки, полсотни или 100 дыр. Вместо листьев, где они крепятся. Невызревшие почки. И это он готовит. Они якобы, они зеленые. А показывал-то он, знаете, когда? Месяц назад это было. В сентябре или в октябре. Ну, пусть даже в октябре. Ну, там ближе юг все-таки. Скорее всего, Подмосковье. Вот, то есть они крепко лист держатся. Ведь это показывать по телевизору, это преступление, если смотреть, ну, с точки зрения нормального человека, среднего. Согласитесь, кто меня сейчас слышит, там полсотни человек, а вот, к концу сегодняшнего будет. Потом еще записи сколько будет. Тут, там, на Дзене маленько посмотрит, еще где-то. Ну, пусть 500, ну, 1000. И это все, и все, я уверен, согласятся, что вот так вот, это преступление, это нельзя этого делать. Но это показывает. Вот. И еще такого же типа. И что получили? Еще есть таких несколько передач, которые, мне кажется, вредят. Я вот беру эту усадьбу, я на нее смотрю, как этот самый лев на Агнца, думаю, вот бы я что бы сделал. Ведь все, что я там вижу, вот проходит год. Вот она появилась где-то год назад. Да? До этого была ведущая та самая Бобер, который вообще там, ну, я вынужден вот так показать, да? Это не ведущая. Они, ну, как там, на троечке как-то закончились тут, как-то дипломы получили. А тот, кто создавал передачу, это, наверное, были кто-то со стороны, рецензент, вот, может быть, сценарист. Это они говорили, вот возьмете лопату и раскопайте корни. Кто-то специально это делал, да? Вот. И вот усадьба вроде получше, но прошел год, как они появились. Что я вижу? За этот год множество передач, он же непрерывно 24 часа в сутки показывает. Они обычно по полчаса. То есть
20-50-30 передач за сутки, а сутков таких сотни, нет ничего, что помогло бы вырастить просто сад. Цветочки, рочки и так далее. Но я это все уважаю. Но сад-то не вырастить. Его невозможно вырастить. Это канал абсолютно нет. И не считая вот этих вредных нескольких плевок, что показывали, он, как бы сказать, нейтральный и, ну, бесполезный. Вот слово бесполезный. Что получается? Если где-то когда-то кто-то из вас, вы племянник там, когда-то помните, как было? Ладно, не буду приводить примеры с сильными мира сего, когда оказывается связь между низшим сословием вроде нас. Вот, я же фермер, это где-то близко к колхознику, да? Вот. И те самые, надо самое. А где-то же может соприкосновение быть. Например, уборщица в доме миллиардера говорит: а вы знаете, у вас в саду все неправильно. Я вот смотрю железо, вот эти шары, эти формы, как их назвать, буквально кубические формы, да? Все, а уборщица там, допустим, моет, а миллиардер рядом там что-нибудь курит или коньяк пьет. А вы знаете, у вас в саду-то опасно находиться. Железо говорит, что так как у вас все ветки изуродованы, там отрицательная биополя. А кто такой железо? Вдруг напугает, а вдруг правда, и есть люди, зацикленные на здоровье. И вдруг железо говорит: нельзя, чтобы были искалеченные деревья, потому что отрицательное биополе. А он-то белокатовщик, а он знает, как учить. Вот, это же не это самое. Из пустого места. Вот это вот. Вот сколько регалий, да? Вот. Ну ладно, хотел показать Елену с рамками. Нет, все-таки покажу. И тогда, возможно, надо, чтобы кого-то это зацепило. Пусть даже такая будет у нас связь с верхним миром. Мы черви, а не это самое, все равно. И вот каким-то чудом, чтобы вдруг кому-то захотелось иметь настоящий сад. Но уже настоящий. Чтобы следующее, что сказала уборщица, ну, которая, у нас же есть высшее образование, вы знаете об этом? Нет? Ну, жизнь заставляет полы мыть у миллионеров. И вот она берет и говорит: а вы знаете еще, вот у Железова-то, конечно, нищета галимая, а у него, посмотрите, какой сад. А у вас у миллиардера цветочки, херочки, а в этот, жрете вы, извините, у вас же все, что на столе, персики, яблоки, груши, все отравлено. А Железов говорит, что 40 обработок было. Как 40? А вот так 40 обработок химикатами, а это средняя цифра, то, что поступает на ваш стол за рубежа. Как у меня миллионера и это самое? Отравленные, да, и ваших детей, да. А вы знаете, что такое геномодифицированные фрукты? Да нет, я далек от этого, я нефтяник, я нефть качаю. Вот. А вот так вот говорит уборщица с высшим образованием. И может быть где-то кого-то зацепит. А знаете, что я почему говорю? Где там эта фотография? Я сейчас закончу, ребят. Перейдем к более прозаичным вещам. А, вот эта фотография, да? Вы знаете, сколько тут на гектарах можно вырасти денег? То есть это все не потраченные деньги, а вложенные деньги. И не обязательно, кто даст грант Елене Александровне Савельевич или там Сергею Железову 50-100 миллионов. Во-первых, надо в это поверить, так, что это реально. А во-вторых, рискнуть надо. А идет великое потепление. И кто-то возьмет калькулятор, так. Помните, как этот самый Райтинг? 100 тысяч умножить на 1. Так вот, один в уме, вот так вот кто-то, глядишь, и посчитает. Все. Итак, третий путь – это преподавание, но не в институте, десяток, два студентов. Вот. Сколько у вас, вы говорили, пошли по профессии из вашего выпуска? Два человека? Тоже холостые все работают. Вот. И не надо смеяться над этими рамками, когда-то к этому отнесутся серьезно. И спасут тысячи жизней, и не будет тысячи аварий, тысячи коллег, десятки тысяч сирот. Если вот это вот станет в это. Но для этого,
Представьте себе, что Иоанн Савельич в любом саду, видите, перед ней мертвый куст. Почему он мертвый? А, это у нас тренировка такая была. Итак, одно из тем. 20-е, 50-е. Все, начиная с посадки. Помните, садите это самое торчком косточки, и эта глупость процветает. Вот. Помните, закопать на 5-6 сантиметров? Тоже глупость, это массовая смерть. Я уже не говорю про эти бесконечные обрезки. Вот. Ни одного дерева, оказывается, на планете нет этого. Придумать такое. Вот, ребята, перед вами ведущая, и где-то кто-то с высшим образованием, может, я уже так утрирую, вот, моя полы в доме какого-нибудь этого самого миллионера, миллиардера, вдруг где-то, и вдруг, значит, до них не дойдет. Кто нефть качает, вот, кто газ. Единственное, что у них объединяет сами одно, и простые люди едят отравленные фрукты, и они отравленные фрукты. Больше ничего не объединяет. Но, а вдруг и за державу обидно. А иногда, сильные мира сего, они просто этого не знают. Вот эти час, что я с вами говорю, ровно час, они этого не знают, так? Но впереди нужно им показывать примеры патриотизму. Патриотизму обязательно, потому что иначе они это, как бы сказать, а ведь это же есть патриотизм, вот это вот. Ну ладно. Представьте себе, что бедная моя подруга хуторская, вот это 20 лет дерево, да? 20 лет это дерево. Вот. Вот оно. Вкуснейшая груша. Лада. Одна семья ни в жизнь не съест столько. А это всего одно дерево. Вот. И в чем была проблема? Валера, мне саженец, а я тебе овощи. И несколько ведер морковки, свеклы, и вот, пожалуйста. Вот это есть бартер. Все. И еще, все-таки, это не под силу сегодня ни Елене Савинич. Вот. Тысячи студентов получают пустые дипломы. Для этого не надо переходе Пушкинское, это самое, метро. Метро Пушкинское. Не надо для этого там покупать дипломы. Вы все учились понемногу, диплом получат, а вырастет дерево. Вот таких единицы. Все они мои ученики. Вот это третий путь. Я считаю, даже важнее второго пути. Потому что любой дурак, я не шучу, это слово дураком, то есть любой, даже необразованный человек, послушал меня полчаса, я же умудряюсь читать лекции по телефону, а я не хочу вам это, мне некогда, я не хочу ваши ролики смотреть. Я не хочу ваш канал смотреть. Вы мне объясните. Я говорю, врача получил у меня косточки, вы первым делом это, потом то, потом то. Полчаса доклад окончен. И уже этого вам достаточно, чтобы взять 1000 косточек, 10 000, посадить и уже иметь успех. Не забыть про это химикаты, но уже не от этого мифических врагов, а от мышей и так далее. Так, целый час я без чая просидел, забыл. Ну, что там у нас дальше? А? 54 манжурские абрикосы. Ну, почему мне его не поверить? Через.